Сергея Чуянова рады видеть всегда. А сам он любит рассказывать байку о том, что, собираясь на съемки в Городец, операторы почти всегда шутят. Опять едем в Чуяновск. Для него небольшой город Городец действительно особое место. А потому и свой творческий юбилей, 50 лет в профессии, Сергей Петрович решил отметить именно здесь. Трудно сказать, почему бывает любовь. Вот так вот как-то вот взглянешь и полюбишь. Культура должна быть не только в столице, а огромная большая культура должна быть в каждой деревне, в каждом поселке, тем более в таком уникальном мирового уровня, древнем, прекрасном городе, как Городец. И поэтому здесь мне хорошо. Всю свою творческую жизнь Сергей Чуянов этот город поддерживает и помогает ему развиваться. И оказывается, что для города с 860-летней историей и богатым культурным наследием это просто необходимо. Благодаря книгам и телепередачам Сергей Петрович привлекает внимание к такой важной части культурной жизни страны, как художественные промыслы. Городецкая роспись, керамика, золотое шитье. Сегодня эти городецкие промыслы снова начинают пользоваться популярностью, а сам город становится туристическим центром. С его подходом творческим, с его ответственностью за... Он болеет за Городец, значит, и не хочет, чтобы о нем кто-то плохо думал. И он делает все для того, чтобы и власти подсказать, если где-то какие-то упущения, но в конечном итоге, чтобы была достигнута цель, и тот или иной объект был реставрирован. Сегодня вечер называется в честь его «Рыцарь культуры». Вот лучше придумать невозможно. Он действительно рыцарь. Что такое рыцарь? Это человек, который защищает кого-то. И он защищает культуру нашу национальную. У Сергея Петровича столько сегодня энергии, что он напишет еще не одну книгу. И о промыслах, и о балете, и о любимом Нижегородском оперном театре. И расскажет о том, что его волнует как журналиста в своей программе «Контуры» на нашем канале. А вдохновение будет искать здесь, в Городце, в именном Чуяновском дворике. Есть и такой в этом городе, где всегда можно выкурить трубку и выпить чаю. Екатерина Оруджева, Михаил Городников, «Объективно», ННТВ.